Урок онлайн. Если бы еще год назад нам сказали, что детей в школах будут обучать так, мы бы, конечно, очень удивились. Но сегодня это наши реалии, к которым мы приспосабливаемся в условиях пандемии. Уроки проходят и в школе, и дома. И что самое интересное, все чаще можно услышать о том, что дистанционное обучение может быть результативным и полезным. Многое зависит от учителя. Я отталкиваюсь от того, с каким классом я работаю. То есть, если это пятиклассник, то, конечно, это надо играть, это надо шутить. Если это 9-10, это уже серьезные люди, мы разговариваем на интересные темы, интересующие их темы, мы рассуждаем, размышляем. Мы взрослеем вместе с нашими детьми и с нашими учениками. И когда я получаю 5-5 класс, я 5 становлюсь пятиклассником. Рассуждают о смысле жизни, роли личности, нравственных ценностях, и все это через законы физики. Так проходит урок литературы в 11 классе Бендерского теоретического лицея. Смешение наук и предметов – один из современных подходов в обучении. У нас интеграция сейчас, то есть мы должны развивать детей во всех смыслах и во всех направлениях. И, конечно, не только на уроке, но и в таком общении межурочном ребята рассказывают о каких-то своих интересах, что-то приносят, показывают, особенно когда они маленькие, они очень любят хвастаться. И мы, конечно, должны схватить вот эту ниточку и, естественно, за нее потянуть и развить ее, потому что все дети талантливы, все абсолютно. Ни в коем случае мы не должны этот талант упустить и зарыть его в землю. Современные учителя осваивают технологии, которые еще 20 лет назад были лишь в фантастических фильмах. Учить и учиться через экран компьютера – теперь реальность. Учителя идут в ногу со временем. Литература строится на чем? На обсуждении, на рассуждении, на разговоре. Разговаривать мы можем так. А вот русский язык совсем по-другому, потому что я могу дать правила, но я не знаю, выучил он это правило, а закрепил ли он это правило, это еще больше. И понял ли его, это сложнее. Любые ноу-хау делают учебный процесс интересным, говорит Наталья Пуркач. Школьникам нравится. В ее лицее учить онлайн стали еще до пандемии. Наш лицей первый нашел интересную платформу российскую «Я-класс». Очень удачная платформа в том плане, что можно работать и удаленно, и в кабинете. Онлайн или офлайн обучение. Главное – учеников мотивировать и делать уроки живыми. Это секрет успеха от Натальи Пуркач. Дети оценят. Она придумывает разнообразные способы заинтересовать нас книгой. То есть она может рассказать какой-то момент, и мы сами захотим эту книгу прочитать. То есть нам будет интересно, что там произошло, чем за это закончилось. Очень сильно запомнилась Ромео и Джульетта. Там две семьи. Они всегда враждовали между собой, но Ромео полюбил Джульетту. Всегда у нас есть какие-то презентации, какие-то доклады и... Это продолжалось и на дистанционном обучении, когда мы занимались весной. У нас продолжались занятия в Zoom, и Наталья Степановна продолжала нам предоставлять различные очень интересные презентации, которые помогали нам разобраться во многих вопросах, которые мы разбирали на уроке. Мы не идем строго по материалам, мы можем чуть отойти. Когда было новое обучение, учитель настолько нас завлекал, но было реально интересно слушать. Мы все выходили на связь, чтобы просто поговорить с Натальей Степановной. Найти свое призвание и постоянно развиваться профессионально для того, чтобы уроки всегда были интересными и офлайн, и онлайн, это возможно. И учитель русского языка и литературы Бендерского теоретического лицея Наталья Пуркач, к слову, отличник народного образования, тому пример. А отзывы детей еще раз подтверждают звание, которое учитель заработала своим трудом.